29 числа вдруг объявления висели кругом. Так сказать, всем они не писали евреям, писали жидам. Значит, явиться вот на такую-то, такую-то улицу, взять с собой только ценные вещи и документы, и явиться на такую-то улицу. Все, кто не явится, расстрел. Сразу расстрел, все. Ну, это дали они срок, по-моему, года 3, чтобы люди собрались. Ну и вот, дня три, да-да-да, вы меня поправляете, да, пожалуйста, да. Дня три. И вот 29-го, например, наш двор пошел весь, которые остались, евреи, с детьми, с маленькими, с колясками, все пошли. Только начали спрашивать немцев, что, куда же это люди будут? Это? Вас будут вывозить, вы там будете жить, вас будут вывозить и все. Пошли люди. Ну, мы тоже взяли что-то, какой-то чемоданчик, корзиночку и фотографии. Целый альбом с фотографиями. Там и папа, и мама, и я маленькая, и мамины сестры. Все это там было. Вот. И вот пошли. Значит, вот так считайте, так с разных улиц, с разных концов города, все это. А потом уже соединялись. Шли уже какими-то улицами больше вместе как-то уже шли. Ну, дети маленькие тоже начали плакать, потому что были грудные дети, все это, понимаете. Шли. Я сейчас не помню. По-моему, это мы пошли утром, а где-то к часикам 5 мы уже были в Бабьем Яру. Но вот это шли. Потом как-то вот эти, это я уже насчет Бабьего Яра рассказываю. Потом эти колонны, которые вот так вот шли, как-то немцы стали так делать, чтобы они уже шли, уже немножко. Плотнее. Более плотнее, организованнее, вот так вот. И по бокам уже раз, и стоит немец с винтовкой. Раз, там дальше опять немец с винтовкой. Без собак. Ну, я помню, что я лично подошла, меня так вытолкнули наши соседи. И говорят, пойди спроси, куда это нас везут. А у нас в 5 классе уже немножечко был немецкий язык, и еврейский же я немножко знала. Вот. Ну, я так несколько слов спросила. Вот. А он говорит, по-немецки, конечно, говорит, фарен, то есть вас вывезут куда-то, вас повезут. Вы не бойтесь, он говорит, вас повезут. Кто-то говорит, может, капут, это слово знали. Нет, вас повезут. Ну, все, народ пошел дальше. Вот идем мы вот так вот, идем, все, уже. Ничего не слышно, никаких выстрелов. И где это мы были, куда это я шел? Я знала подол, я подол знала. Немножко кричать их. Да, ну, кричать. Ну, я же все-таки, что я успела закончить. Без конца в этих кружках, все это, вот так вот. Вот, и потом уже немцы стоят по бокам с собаками. Около каждого солдата большая овчарка сидит, на поводку он ее держит. Люди идут, думают, что такое, почему это вдруг собаки? Ну, может быть, для порядка, может как, никто ничего не знал. Потом стоит такая, насколько я припоминаю, стоит такая, ну, такое количество немцев и говорят, вот сюда на сторону, и туда складывайте все ваши вещи. Все ваши вещи, уже народ ничего не спрашивает. Вот складывали чемоданы, бросали, у нас остался чемоданчик в руках, так вырвали этот чемоданчик, тоже туда бросили. Я не помню, может быть, мама сказала, что фото, никто не посчитался с этим. И люди уже шли просто так. Потом они сделали так, что люди уже шли по одному. И уже близко стояли вот эти вот. Немцы с собаками, уже близко, уже не выскочишь никуда. И тоже вот насколько перед глазами у меня так стоит, что такой стол, а потом тут еще какой-то кусок места, и они начали вырывать, у кого золото есть. Значит, если это, так могли с куском уха тоже оторвать, если ты не мог это расстегнуть. И все, быстро. Вот, зубы вырывали эти коронки, все бросали. Но у нас этого ничего не было. Но мы тоже это видели и прошли. И вот, когда мы уже это прошли, документы же-то там сбросили, когда вот эти вещи бросали. Там же, я не помню, или в отдельную, или как, но там и документы оставили. Осталось только то, что на человеке, вот это золото, если у кого было. Да. И потом уже люди начали плакать и кричать, но так тихо.
тихенько, еще тихенько. И, наконец, мы вышли вот к этому яру. Большой-большой яр. Ну, тут невообразимое стало. Стали люди плакать, кричать, видят, что будут сейчас расстреливаться. И все это видно, все это видно. Видно вот этот яр. Но он как-то так, это какой-то инженер строил или кто, который, он закрыт вот этими горками. И если ты находишься там немножко далеко, ты ничего не слышишь. Никакие выстрелы не слышишь. Ничего. Вот мы же не слышали. Ничего же мы не... Нет. Мы только услышали, когда тут ударили. Тут-т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 ут. Так вот. Ну и они уже подгоняют палками, плетками, подгоняют народ сюда, на середину, на середину. И говорят, раздеваться до нижнего белья. Уже никто ничего не спрашивал, никто. Только плакали, кричали, детей маленьких отбирали от взрослых. Все это отбирали, не знаю, куда они их девали. А женщин, мужчин разделяли? Я не помню, чтобы разделяли. Раздевались до нижнего белья. Но тут уже, конечно, очень много, которые подгоняли народ. Подгоняли, подгоняли. Там было очень много русских с нашего двора. Вот, я помню, одна соседка, она же тоже думала, что это будут вывозить, попрощается и так дальше. Вот они тоже попали в этот Бабий Яр. Так говорят, некоторые, я же где-то там не видела, я их потеряла всех там. Но и маму потеряла, между прочим, на какое-то время. Ну что так вот закрутилось там. Но некоторых убили вместе с евреями, убили, не верили им и убили. Что им стоило человека убить? А некоторым поверили, может, там же были наши люди тоже, которые немцам помогали, украинцы. Тоже было видно, что у них так не очень-то им это нравится. Но все-таки были немножко, которые вот вы сюда идите, украинцы сюда идите, будем еще проверять, как вы тут оказались. Все это на украинском языке, все. Ну и потом, когда мы уже пришли к этому яру, мама оказалась около, тут где раздевается уже. И такие дорожечки ведут вот на эту горку, такие дорожечки. С этой стороны внизу в яру лежат пулеметчики и стреляют, а люди вот так поднимаются и становишься лицом туда, к яру, туда, спиной к ним. И они строчат, и люди летят вот туда в яр. Ну, конечно, кому попали в голову, кому попали в ногу, кому в руку, и человек полуживой туда летел, а на него летели еще люди, и, конечно, он задыхался. Все это вот так вот шевелилось. А потом они достреливали. Вы с мамой прошли. И вот получилось, что мы с мамой тоже прошли. Вот так вот и тоже поднялись. Мы уже ничего не соображали. Мы только уже слышали вот эту пулеметную очередь и все. Вы держались за маму? Я держалась так вот за руку за маму. И мы полетели вниз. Но что-то маме сказали перед этим? По-моему, я сказала, мамочка моя родная. Мы умираем. По-моему, так. Я помню, мамочка родная, но больше ничего не помню. Мне кажется, что что-то я сказала. Она мне ничего не ответила. У нее было так. Она не могла уже говорить. Все это вместе, что мы не выехали, что она меня не отдала, что так поступили немцы, в которых она видела когда-то австрийских. Все вместе, было, да? Да, да, обида, вот это все, страх, этот ужас. И там лететь надо было большой кусок лететь. И там уже падал, а там оттуда крик. А там оттуда стон такой, кто живой остался. Ужас, ужас. И на нас полетели тела. Но это было уже темновато. Вы держались немножко за маму? Когда мы летели, держались, а потом, я не помню, что-то я уже не держалась. Я уже не держалась. И потом, да, потом они когда летели еще, все-таки было не очень поздно, они стреляли еще долго. И вот когда там еще летели тела, я уже не знала, где мама, и на меня, и на маму полетели тела. Я уже не могла ее найти. Вы оказались там? И я оказалась там тоже, но начало немножко темнеть. Было видно, как они уже стали около самого яра, и если видели, что кто-то шевелится, они тоже туда стреляли. Но на нас уже были тела, и потом, когда стало темно, то это закончилось. Остались там сторожа. Может быть, кто-то раньше успел выскочить, кто был наверху, может, успел. И там люди, которые жили там на улицах, недалеко же улицы, они помогали евреям. Они помогали, они прятали. Они прятали евреев у себя, да. Это все было. Я этого не очень-то узнала. Вот. Ну, потом, когда уже... Как же вы выбрались?
Это было уже, по-моему, под утро где-то. Под утро. Еще стон стоял, все. Я чувствую, что я еще могу двигаться, что я живая, что я живая. И я так сколько могла, вот так вот одной рукой. Да, я еще забыла сказать, что когда мы там раздевались, так тоже ходили какие-то бандиты настоящие, и шашками они вот так вот по рукам. У меня здесь долго-долго был шрам. По-моему, шашка. Ну, шашка же, шашка. Ударил, да, ударил. Полицай. Да. Может быть, полицай, я не знаю, не это было, я не помню. Да. Вот. Я почувствовала, что я двигаюсь, да. А там вы ранены были? Я, во-первых, мне болела рука вот эта вот. Да. И я не помню точно, или я была ранена, но у меня очень ягодица болела. Или что-то сюда попало. Или когда я летела. Но я не знаю, чтобы я вот по-настоящему. Ушиб был сильный, да. и голова жутко болела в тыльной части. Но чтобы так, чтобы у меня, чтобы, ну, чтобы я слышала настоящее ранение, вот это что-то я не чувствовала. Там. Да. Смотрю, еще там какие-то люди двигаются, но никто не разговаривает друг с другом. Такой ужас, только мычат. Ну и не знаю, я вот так вот вроде видела, что еще там что-то один или два человека, мы выкарабкались, мы вот так вот тела отодвигали на сторону, которые совсем уже... А еще не началось вот это вот все дело, которое они расстреливали. Это было где-то под утро, часа 4, полпятого. Вот. И вылезли с этих трупов. Тишина кругом, все. Но хочется же выбраться наверх, раз ты остался жив. А ступенек нету. Ничего нету абсолютно. И вот мы вот так вот руками, я и еще, по-моему, две женщины, мы вот так вот делали себе вроде ступеньки, падали назад, все. Ну и, наконец-то, с большим трудом, я сейчас не помню, через сколько это времени, выбрались наверх и сели. Я и потом уже одна женщина осталась. Женщина или девочка, мы ничего не говорим друг другу, мы не можем разговаривать. Речь отняла, только что так воздух увидели, вот так. Ну, состояние, мы задыхались. Но это, может быть, нас спасло, что просто в первую ночь мог выбраться, было. Да. Ну, что же дальше делать? Уже там далеко послышалась, по-моему, немецкая речь. Не знаю, куда пошла эта девочка, а я пошла просто по прямой. Вот так по прямой пошла, даже не заходила ни в какие дома, никуда. Вот так пошла, пока я поняла, да, в чем же я была одета, я даже сейчас не помню. Или в этом, в чем я падала, или там же полно было наброшено вот этой одежды, которой люди раздевались. По-моему, я даже набросила на себя какое-то зимнее пальтишко ватное. Вот, оно мне пригодилось потом, это пальтишко. И я пошла. И я не помню, или в этот день, или в следующий поспрашивала, как выйти на подол, и пришла в наш двор.